Всем снова здорово, с вами снова Дэн 150, и, конечно, мы продолжаем летсплеить игру The Walking Dead The Game. Ну и чё? У нас тут ничего. Поехали мы на поезде, короче. Да. Новый друг Чак у нас вот появился. Бен вечно о чём-то думает. Ну и Дак все еще болеет. Да. Времена не из легких, но хотя поезд нашли, это уже радует. Чувак, ты ходишь? А мы едем. Ха-ха-ха. Что, Клементин? Gotta be hard on you, eh? Three adults taking care of three kids. No disrespect, son. Бена троллят. Прям так азазаз. Лалка затравил. Going through just as much as anybody else. This one's gonna grow up quick. Да ты все еще маленький, чувак. Ли! Вот, блин. What's up? Давай, поможем тебе. Так, все хорошо, все хорошо, Дак. He's out of time. We need to stop this train. Okay. Блин. Идемте к Кенни просить остановить поезд. Что нам еще остается? You need to stop the train. Поняла. Нужно остановить поезд. Че, давайте сами остановим. Давай, покажем тряпочку. Смотри. Слоупок, чувак. Ты слоупок. Чё разорялся ты? I don't know what the hell is wrong with you, but you need to lock it up. Be a man here. Oh, you want a piece of me? Is that it? Чем тут сразу драться? I just want to talk, Ken. Relax. Then talk. What is the? Я с тобой говорю. He's a little sick, but we can't just. Чувак, ты упоролся, честно. He's not like the. Царапина. Охренеть. Малого укусили. Stop the train. Stop it, goddammit. Fuck you. You listen or what? Кенни, слушай, ты реально сейчас сам нарываешься. Knock this shit off. So, you wanna fight then? Ну что, ладно? Yeah, I do. Понеслась. You're acting like nothing's wrong. Somebody's gotta knock some sense into you. Ну чё ты, а? I told Kaja I'd get you to stop this. Bet your ass I'm gonna. Это. Опа. Give a fuck that we don't get along. Понял, I'm not letting you do this to Kaja. Понял, че тебе черный говорит. Прислушайся к его словам. You wanna hurt people because you're afraid. Losing Duck ain't enough for you. Because you're fucking lose everything acting like this. I'll fucking kill you before I let that happen. Да, Ли, конечно, походу даже больше сильнее заботится о Даке, блин, чем его отец Кенни. Все катится в
к говну просто. В говно скатывается все в огромный навозный шар. Сразу так надо было. Нет, надо было сначала что-то выпендриваться. Кенни. Глупый Кенни. Глупый. Кен, it's... I think it's time. Грусть. Беда. The boy's been bit. In case you haven't figured that out. Тоже догадался, да? Take as long as you need. There ain't no time left to take. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But no. Катя здраво ко всему этому относится, она понимает, что уже полная жопа. Блин, как-то не верится, что Дак умирает. Ну, неужто? За что он-то провинился? В чем он виноват? Давайте не будем принимать ничью сторону. На себя брать такое дело тоже. I love you, Ken, but this is beyond you. Stay with me. Your son loves you, and you should remember him. Катя вот решается. Убить Дака, чтобы он не мучился. И чтобы не стал ходячим, самое главное. Блин. Прощай, Дак. Как грустно. Мурашки по коже. Вроде бы игра и не заставляет нас привязываться к Даку как персонажу особо-то. Ему ничего не уделялось никакого времени, но все равно как-то жалко его. Давайте скажем прямо. Да, Клементина-то смышленая девчонка. Думаю, она поняла уже сама. Нет, давайте. Нет! Да! За что? Пойдемте, Катя. Смотри, такая грустная. У меня сволочи. Сволочи. Разработчики. Чё? Она застрелилась. Она не убила Дака. Кэт. Катя. Дак еще живой. Он смотрит. Why? Но он ничего не может поделать. Дак. I'm so sorry. She could. She just fuck.
застыл. Кости с миром, Кать. Так. Что? Теперь, наверное, Кенни его застрелит. Давайте Ли это сделает. Кин не так много пережил. Так, ты был таким сорванцом. Из тебя бы вышел хороший детектив. Отец любит тебя. Прости, пусть земля тебе будет пухом. Нет. Все не должно было так пойти. Нет. Говнище. Говно. Говно. Чё, Клементинка? Что ты можешь сказать по этому поводу? Что сказал? О чём Чак говорил? Здорово, бандит. I don't care what reason you had for doing it. No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Because she is. Да, Чак говорит все напрямую. Все, что он может сказать по этому поводу. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. Главное. We get to Savannah and then what? Есть. Но он ко всему относится. We find them both. You think that's a new idea? You got even the foggiest idea about where you're gonna find one of those. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map for Christ's sake. I'd give you one if I had it. Так была ж карта уже. It won't. Вроде. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for crime, he cut that hair. Оружие. She's a little girl. She'll die a little girl if you treat her like one. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong Дело, or говорит, smart. Чувак. You're alive. С одной стороны. Look at her hair. You got her running around with a mop that's going to act like Velcro to any hand swinging its way. Find some scissors in my pack and take care of that hair. Ножницы даже у тебя есть. Нифига ты, крутой чувак. Sure how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. Да. And seeing another little girl die. Да не дай бог Клементина умрет. Ладно, давайте. Пойдем. Че у нас тут есть? Ну, в общем, всем удачи, всем пока. Няшные Клементинки вам. Вот.